изменение угла атаки, преимущественно твердославные ценности металла, потому что через 50 гектар старые лапы железные, которые были, они шаркивались. Плюс усиленная передняя опора, высевающий аппарат из-за использования износостойких полиматериалов. Здесь же представлены и виды лап, универсальные для тяжелых почв. Например, чтобы бороться с эрозией, применяют анкерный сошник. На сеялке культиватора СКК-2,7 бесступенчатый вариатор, что позволяет плавно регулировать норму высела, а значит, можно сеять даже рапс. На Алтае сеялки уже используют в степной и засушливой зоне Рубцовска, Волчихи и Локтевского района. Они доказали свою эффективность и надежность на полях России, Казахстана и Монголии. Компания «Сибирь Агроснаб» также поставляет высококачественные запчасти для сеялок «Амичка» и дополнительно к ним опрыскиватели и косилки. Особенность последних – работа на повышенных скоростях.